Адзначаць свята працы ў нашым рэгіёне пачалі яшчэ напрыканцы 19 стагоддзя. З часам змяняліся назвы свята: Дзень інтэрнацыяналу, Дзень міжнароднай салідарнасці працоўных, Дзень працы, але яго галоўнае прызначэнне заставалася нязменным: абарона правоў працуючых і падзяка за іх прафесійныя дасягненні. У сучасным Гомелі галоўныя падзеі ў гэты дзень разгортваюцца на летняй эстрадзе цэнтральнага парка. 1 мая тут асабліва ўрачыста, прыгожа і весела. Канцэртная праграма, арганізаваная абласным аб'яднаннем профсаюзаў, сонечнае надвор'е, усмешкі гараджан ствараюць сапраўды святочную атмасферу. 1 мая – это поистине всенародный праздник, он любим всеми поколениями. И 1 мая традиционно профсоюзы Гомельской области всегда организовывают концертно-развлекательную программу для горожан, для гостей нашего города, чтобы конституционно имеют каждый право на труд, но и на отдых. И мы хотим, чтобы сегодня все хорошо отдохнули, получили заряд хорошего настроения. И действительно стало уже хорошей традицией, на эту площадку приходят и трудовые коллективы, и семьи. Концерт на летней эстраде различен на несколько годин. На сцене творчие коллективы предприемства, установ и организации областного центра. Для гостей свята так само викторины и конкурсы. Цікавый заняток знайшли и для самых маленьких гамельчан. Им пропоновали представить символ 1 мая и намалевать на асфальте. Организаторы мкнутся никого не покинуть поза увагой. Я, во-первых, хочу всех поздравить с этим праздником, а во-вторых, сказать, что замечательные здесь концерты, площадка хорошая. Я в 5-й школе искусств работы, мы тоже участвуем. И всем хорошего настроения и с праздником. 1 мая – это символ згуртаванности грамадства, миру, радости и веснового обновления. А кроме того, свято символизует переемность поколений и закликано сприять працовному выхованию молоди. Замечательное настроение. Хочется отметить, что все больше молодежи вот на данный момент приходит на эту площадку. Я традиционно посещаю эти концерты. Тем самым и я, и вся молодежь, которая присоединяется к этому празднику, мы проявляем солидарность к празднику 1 мая. Шикарная концертная программа, которая организована Гомельским объединением профсоюзов, дарят людям хорошее настроение и помогают правильно отметить это мероприятие. 1 мая у Гомеля по традиции отзначают не только свято працы, але и урочистые атмосферы открывают сезон фонтанов. Сегодня у каждом районе областного центра есть такие пригожие малявнейшие композиции, которые за последние годы стали сапраўднай визитной карткой города. Усе фонтаны у областным центре пачалі працаваць адначасова. Механізмы запустили у 12 гадзін ва ўсіх районах. Гэтая падзея суправаджалася живой музыкай і концертными нумарами. Мы постарались сделать для гомельчан сегодня праздник именно детства. Вы, наверное, обратили внимание, что есть выставки спортивных объектов. Мы бы хотели, чтобы люди выбирали интересный, познавательный досуг. Именно это тематически посвящено сегодня праздник. Будем развлекаться, будем радоваться солнцу, воде и то, что наступает лето. Городские фонтаны – любимое место сустреч и отпочинку для горожан усих поколений. Початок сезону их работы гомельчане сустракают с особливой радостью. Праздничное настроение всегда. Ребенка мы вывели на открытие фонтанов. И хотелось бы, чтобы в Гомеле было побольше фонтанов. Рады, что наконец открылись фонтаны. Будем сюда очень как можно чаще приходить. Настроение замечательное. Сезон работы фонтанов будет должиться до конца верасня. Дмитрий Котов, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель».